настолько спокойный, и все те же элементы делают. Да, там есть чуть-чуть пофинтовее или там поинтереснее, но опять, у них нет вот волевого изъявления, хочется все быстро, сейчас всем недовольны, вот. Еще три парня пришли. Тебе, Николай Алексеевич, какие фамилии скидывал? Сколько человек? Семеро? То есть, сейчас смотри, ты их навскидку помнишь? Вот я четверо. Это Тюрин, Краснов, Варежников и Морозов. Есть такие. И еще, наверное, Мирзоев, Чермашенцев и Черновалов. Мирзоев, Черновалов. Если что, парни, Ростик, Ростислав, вы от Николая Алексеевича? А? Вы от Николая Алексеевича, от Юдашкина? А как вы узнали про тренировку, если не секрет? Через... Интернет? Через друзей. А, просто через друзей да. Узнали? Я просто сейчас с главным тренером разговариваю, через я друзей. Рассказываю, что у нас на занятиях, как себя самочувствие. Точно самочувствие хорошо? Порядок. Точно. Здесь просто это, ну, как бы это, может быть... Переживательно у парня одного было, у него, говорит, давление поднялось, там, я волнуюсь, вот. Ну, это все, давай с Юдашкиной получше звониться, так мы сейчас потихоньку заканчиваем, все хорошо, в общем. Артем, попробуй позвонить. Ты маме же? А я, она мне звонила. А. Денчик, давай чуть... Денис, погоди сейчас секунду. Давай чуть попозже. Да, я сейчас... Да. Здесь просто суета вот эти. Два часа здесь вообще. Все, до встречи. Все, лады. Смотри, если маме сейчас неудобно, Денис Владимирович сказал да. С мамой он поговорил. Все хорошо. Если она тренирует... А, скажи, пожалуйста. Как ее зовут? Тамара? Тамара Андреевна. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич Яшин. Я уж не могу вспомнить за это время, виделись, не виделись с вами. Я тренер-воспитатель в клубе воздушно-силовой атлетики. Сейчас с Денисом Владимировичем Макарющенко разговаривал. Он сказал, что он с вами созванивался, что все хорошо. Вы даже скоро, возможно, к нам в гости приедете познакомиться. Все. Все, замечательно. С Артемом сейчас мы заканчиваем тренировку. Он немного гусли осваивает. Здесь мы же еще занимаемся гимнастикой звуковой, не только физической, телесной. Вот поэтому, говорит, хотелось бы на барабанах научиться. Но это я говорю, Артем, в субботе. Давай мы привезем барабанную установку. У нас много чего есть. Поэтому, если с вами получится до субботы увидеться, то хорошо. Я могу. Поднимайтесь, конечно. Получится, конечно, поднимайтесь, да. Все хорошо. Так, давай деньги сейчас запишу. Да, она сказала, поднимется. Тихо, аккуратнее. Так, Артем, тебе мама передала, да? Да. Давай, или она придет, отдаст. Все? Да. Так, сейчас. Давай еще 5 минут, может. Давай, последний. Парни, последняя козырная 5-минуточка. Аккуратнее только не сбей. Иван, да, техник, чтобы не улетел. Так, молодец. Секунду, стоп. Сейчас, секундочку. Помнишь, да, 12 завтра занятий. А, скажи, ну сейчас мама придет, я у нее спрошу. Все, иди. Это я у нее спрошу. Юрец, ну конечно, да. Сейчас волну под левую руку, Артем. Волну, вот где волна, под левую руку переворачивай. Где у тебя левая рука? Переверни ее по-другому. Да. Вот это называется волна, она под левую руку. Струны глухие, они сверху, струны потоньше, они снизу. И вот давай помедитируй аккуратненько. Ты можешь двумя ручками пробовать. Одной рукой по другим струнам, другой рукой по другим струнам, да. Да, а вот твоя супер-санжировка вообще будет. Нет, там реально прям жестко. Никит,
У тебя нет. Сегодня последнее занятие, помнишь, да? А ты уезжаешь куда-то? А, нет. Просто? Просто я понял. Ну а погоди, а в субботу что, у тебя не получится, что ли? Я что-то мозольки. Много слишком. Блин, ну ты довел до мозолей, наверное. Так нет, ну ты что-то не до этого. До этого у меня заживали. Вот я не приходил. И сейчас они уже у меня появились опять. Надо распаривать руки, укреплять. А что, ты йодом не делаешь, наверное? Нет, я вот после того раза мне здесь зажила, я опять ничего не чего я хотела. А есть тряпочка мокрая? А, да. Турник протереть? Да. Блин, вода если есть, намочи тряпочку. Да, секундочку. Да, одна ручка. Где твоя ручка, Диман? Вот я у Владика ручку еле упросил. Где твоя ручка? Спрашиваю еще. Одной пользуюсь. Ой, есть ручка? Блин, Владян, твоя ручка кончилась, братан. Тихо, тихо. Над собой носи, Димарик, да? Опять, вот за два часа не успел всех записать. Ну что это за прикол, блядь? Через каждые пять минут отвлекают и отвлекают. Вообще, непорядок какой. Ты будешь, когда офицером, не позволяй вот этого беспредела такого, ладно? Чтобы четко, у тебя тем более такой грандиозный опыт по формированию структуры подразделений либо какого-то действия. То есть надо быть четким, ответственным, все собрать. Сначала отучиться надо хорошо, и, соответственно, потом как делать сейчас. О, запись, да, сейчас, секундочку. Сейчас прям подожди, пожалуйста. Сейчас, парни. Протер, да? Молодец. Кузнице. Еще подпевать можно. Мама уже ждет? Все, я понял. Все, положи, пожалуйста, вот сюда пока. На стул. Сейчас. Сейчас краснул 7. Краснул 8. 8 варежников. Научился? Да. Ну, молодец. Интересно, стабильно? Вот если сейчас сделаю, то да, стабильно. А стабильно это как? Когда ты 10 из 10 можешь сделать? Алексей, приветствую. Юра, папа пришел, ты где? Стабильно это 10 из 10. Юра, у меня тоже трех. Юра, дай вам ту бутылку. Вот, дай, видишь, все же. Сейчас, Владян, погоди. До свидания. Все, до свидания, до завтра. А, Тамара, здравствуйте, проходите. Заходите. А, Артем, мама пришла. А, вот, ты ее встречаешь, да, молодец. До свидания. Вторник, четверг. К тренировке каждый день. Каждый день? Каждый день занимаемся. Понедельник, среда, пятница с 19.30 до 21.30. До свидания. Вторник, четверг. С 18.00 до 20.00, а в субботу 4-часовая тренировка с 4 до 8 вечера. Она считается за одну. То есть две тренировки считаются за одну. То есть в субботу одно из самых козырных вообще таких времен. Здрасте! Все, всего доброго. Так что мы будем очень стараться. А он уезжал вроде, да, он рассказывал. Так, все, он все заплатил. Все, а, все, оставишь? Да. Все, Владик, все, благодарю. Все, до завтра, да? Все, лады. Денис Владимирович, информацию скинь. Вы в диалоге есть?
там информация про соревнования, где-то Вайбере, да, где-то Владимир скидывает. Как вообще, что, расскажи, пожалуйста, на ты можно? Да, конечно. Как учеба, как вообще все? Ну иди сюда, и пойдем, иди сюда. Отлично, времени полно. Вот надо просто вырубить этого ленивого мальчика. До свидания. Вот мама ходит на тренировку каждый день. Он говорит, мам, кто на дорожке, кто так занимается. Все. А какой адрес? Здесь Полтавская, 17А. Полтавская, 17А. Да. Алло. Сейчас мы тренировки забираем, мы до тебя доедем. Проводим, если, например, можно посмотреть в интернете, как происходит, вот там объявление висит, можешь прямо на ютубе посмотреть, занятия все полностью выкладываются. Вообще, на самом деле, все получается, но просто здесь, когда, например, разные ребята, разный подход, к разному надо нам общение выстраивать. Артем, большой есть плюс, он спокойный и усердный. То есть он, говоришь, делает. Воспитание, да, это большой очень плюс. Но есть другой момент. Что потерял? Да телефон забрать, он там лежит. Все, забирайте, проверяйте. Есть один момент такой. Детвора, к сожалению, может, и раньше это было, но я так пытаюсь вспомнить. Оно, наверное, такое есть и было, но мы хотим это оставить, такой процесс, когда слишком быстро сдаются. У меня вот у кого-то получается, у меня не получается. Ну, я, наверное, так посижу, там посмотрю. Вот. Мы аккуратно так, ребят, тормошим, то есть показываем, чтобы не надо ориентироваться сразу на того, у кого вот, ну, могли. Вот это что, куда уйдет? Ну, он вроде в разъездах, он рассказывал, там раз... да, был такой момент, что перестала, почему-то не захотела заниматься. Почему-то, может быть, и там... Нет, на самом деле, немного не так. В разъездах была больше я. Артем, аккуратнее. Как раз ноябрьская была в разъездах, а бабушка вообще не до него, грубо говоря, и он не настаивает. Они его не везут, и он не настаивает. Ну, если не настаивает, смотри. До свидания! И оп, тихо тебе. Молодец, ну первый раз ты кач хорошо сделал, получше. Все, всего доброго. Как самочувствие? Нормально. Нормалек? Все, парни, надеюсь, до встречи, до скорой. Поэтому сам вот хотел бы попросить дома. Артем, ну давай сейчас ты... О, тихо. Летает, да, это там уж отвлеченность. Пойдем, Артем, я тебя попрошу один момент такой, и ты мамке пообещаешь, и мне пообещаешь. Надо дома растяжку... Да, всего доброго, до свидания. Дома надо с растяжкой поделать и простые стоечки. У стены место же есть, где у стены можно. Вот и все. Сейчас ему задача на... На руках просто, да? Да, стоечки на руках, он знает прекрасно. Крокодильчики, лягушечки, стойки на руках, когда коленки к себе поджаты. И у всех большая проблема с гибкостью. То есть надо... Гибкость — это одно из самых качеств, когда тяжелее всего воспитать, но оно быстрее всего уйдет. Потому что люди, когда начинают, например, слишком сидячий образ жизни... Он гибкий. Почему? Он гибкий, да. Но есть моменты, которые я-то, у меня непосредственно больше 20 лет преподавательской деятельности, и всю жизнь я гимнастикой занимаюсь. То есть я знаю потенциал, там видно все, да, внутри какой скрыт потенциал. И просто когда сами себе, что называется, скачуху дают, такие, ну я все, я вот поделал там 100 раз, я там шпагатик сделал, можно я больше не буду? Вот. Но я знаю, что он может там, не лично он, а кто-то может там больше сделать. Поэтому если дома замотивируешь вот такой, если там телевизор смотрит, какие-то, может, программы образовательные, шпагатик сел, покачал 15-20 минут, вот хватит за глаза. Понял? Артемий, договорились? Давай пятюню, все, мамку охраняй. Бабушка домой придешь, расцелуешь. Всех обнимешь, всем доброго вечера и спокойствия. Молодец. Не отступать, не сдаваться. Помнишь? Угу. Молодец, все, красавчик. Учеба как? Хромает. Хромает? И какие предметы, если не секрет? Математика. Ну, математика, это, да, это надо склад ума специальный. Да. Но тем не менее, математика – царица наук. Все правильно. И математика по жизни нам нужна. Цифры нужны, 100%. Да. Так вот, меня постоянно объегорить, обхитрить, что-нибудь не досчитаются там какого-то, находятся такие. Но в этом плане у меня есть, кто мне помогает все решать всякие вопросы. Артемий, мама надеется на тебя, родина надеется, весь народ надеется на тебя, на нас, на всех. Надо поддержать, времена, братан, тяжелые, помнишь, они никогда не были легкие, а тяжелые всякие странные люди там хотят создать трудности, поэтому на учебе спокойно. Все делай, дома все помогай, делай. На тренировку все молодец, все получается. Договорились? Угу. Все, давай пятюню, одевайся. Все, тогда. Я в субботу, да, приду, там что-то подписать? Конечно, да. Ну, разрешение отродить надо, да и просто посмотреть, может быть, тренировочный процесс.
все, рад, знаком. Мне кажется, мы до этого, кажется, год назад или полтора назад, вроде бы, наверное, ты с своей матерью, с его бабушкой, да, наверное, приходили? То есть выходили смотреть по разным местам, шахматы вроде ну, были. Бабушка наша, начальник культуры города, Прокофьев. Да, вообще замечательно. Ну вот я думал, просто, может быть, да. Я просто думал, может быть, фамилия. Она нас сюда и привела. Это... Просто когда пришли... Он выбирал, да, куда он, что-то мы на одной... Да. Так мы еще там заходили, он говорит, я хочу сюда. Ну и класс. Тем более здесь уже с друзьями столько. Нельзя, Артем. Если только по какой-то супер-пупер уважительной причине. Да. Но, Артемий. А не так, что мама на работе, и ты такой, а, ну ладно, я не пойду. Можно мама, я не... меня не отвезем. Можно я не пойду? Мы тут живем на бульваре. Я говорю, так... Артем. Ба-а-а. Ты че? Эти пять минут. Конечно. Ну, конечно, так вот переживательно одному ходить, но здесь только ребят. Сейчас светло будет. Тем более. Они уже здесь все познакомились. Здесь ребята все с районов живут. Я вообще за то, чтобы не только здесь в зале общались, а может как-нибудь там, ну, созванились, что-то помогали друг другу какие-то. Потому что есть ребята, учатся хорошо. Может быть, кто-то поможет по математике. В какой школе учишься? 33-й. Ну, вообще отлично. Там требовательные учителя, ну и родители требуют. Куда деваться? Ну, брат, весь мир требовательный. Больше читай, смотри образовательные программы, не просто какие-нибудь мультики, там шмультики или компьютерные игры. Есть замечательные преподаватели в онлайн, ну никак не онлайн, а на ютубе могут разжевать вообще. Да, мы уже нашли его. Вот конечно, нашли. Даже когда у родителей... Вот спроси у своей мамы, у нас не было таких возможностей, как сейчас у вас. Не было ни интернетов, не было ничего. Был учебник, который надо было учить, были родители, которым не всегда была возможность общаться с нами. То есть надо было учитель и самому знание. Домашняя работа очень... значение большое имеет. Ты же послушным будешь? Ты и так послушный, я верю. Или не очень? Не, он послушный. Ну и все, красавчик. Все, маме, бабушке помогай. Да, все, до свидания. Ну, если он почаще будет приходить, это будет только в плюс. Ну да, ну сейчас вот о чем? А, субботу. Вот я опять, я уехала в четверг, летела, вчера прилетела. И в субботу, да, конечно же, не пошла. Потому что мамы нет. Нет, мама вся работа командировки, а мама нет. Есть, если что, Денис Владимирович, он отец двух дочерей, и он ну, реально понимает, как надо иногда замотивировать, потому что уж кому-кому, а девочкам бывает тоже не очень, ну, много разных других находится проблем. Поэтому, если что, там в диалоге можно попросить, Денис Владимирович, могли бы там сообщить кому-то, чтобы пошли на занятия, и он оповещения какие-то сделает, чтобы можно было замотивировать. Артемий, не... как это? Не ленись. Да. Не ленись. Но он сегодня сам сказал, что-то я, говорит, большой такой перерыв сделал, что-то, говорит, пельмени или пироги, там это, перерыв. К лету надо сделать так, чтобы ты спокойно с друзьями пошел на пляж, там, ну, там куда можно будет, там девчата, чтобы красиво преподнести себя, красиво что-то рассказать. Может, пару там каких-то упражнений по математике решишь. Все, не переживайте, все хорошо, ко всем относимся реально как к родным. Ну, лучше пусть так, чем по-другому. Просто я сам отец, я понимаю, из всех этих ребят или девчат вырастут будущее поколение, кто мы когда будем старенькими, хотя бы надежда, что нас защитят и помогут. Все, всего доброго. Да, до свидания, доброго вечера. Да, до свидания. Артем, покажи маме YouTube-канал, где она тебя может посмотреть. Ладно? Налево. Да, все, всего доброго.